Короче, здорово всем еще раз. Я не понял, почему, но у меня ни хера не пошла трансляция, как оказалось. Короче, если коротко, то побывал я в плену уже у имперцев, побывал в плену, сейчас только увидели, у разбойников. Короче, нагинают, унижают, как могут. Правда, мы один раз победили, но это было скорее случайность. Так, надо посмотреть, где мои товарищи. Фикаон. Все там, а почему все? Кузнец, что у нас? Кузнец больше не караван? А, караванов у нас больше нет, ребятки. Отрядов тоже нет, нас разбили. Фёды нам так и не дали. Короче... Одни козлы кругом. Торгован. Какой здесь нахер торгован? Блять, самому бы выжить как-нибудь. Нету даже пищи, у меня нету с собой. Нести толком я ничего не могу. Будем грызть зерно. Окей. Людей, в принципе, можно, наверное, здесь взять. Опять же, взять людей, получается, надо на них жратвы набирать. Оказался я, смотрите, где, да, то есть меня долго-долго мурыжили ротайцы эти, фигайцы, как их обозвать, я даже не знаю. Короче, вот эти имперцы. О, долго-долго они меня возили, сидел у них там в замке и так далее, то есть до хера времени прошло. В итоге я потом выбрался, прорвался вот сюда. Ну и здесь сейчас меня унижают всякие морские налетчики, всякая другая шантропа, потому что... потому что у меня нет ни хренашеньки. Войск нет. Армии нет. Сейчас будем пробиваться через... Блять. Пятерых-то мы должны накернуть. Сейчас постреляю, пока они будут подходить. Блять, вот этот как засранец. Блять, а ну как так, нахуй? Фу, блять. Короче, похер, пробиваемся к своим
Блять, сколько у вас там? Оп-оп-оп-оп. С лесными чебушилами вообще не хочу биться. Очень-очень-очень много здесь всякого отребья. Что это такое? Четыре тысячи просит. Что ты нахер? Как они пришли ко мне в деревню, блядь, и меня в деревне нагнули? Такое бывает. 40 человек, ёпта. Иди нахер. Ну, куда ты, блядь, меня ведешь? Сел. Ну кто еще, блядь, на меня? Кавалерия двое, блядь. Нахуй. Скупой и жестокий. Спроси у кого угодно, тебе отвечают, дорогие,
смотришь на меня по статусу, даже если я соглашусь с тобой, с моей стороны было бы мудро подождать. В любом селении вам скажут, что родители всегда платят по счетам. Думаю, вы понимаете, о чем я. Нахуй. Пизду тебе тогда, козёл, блядь. Нахуй. Выбили почти всех. Сука, урод, блядь. Хуй там собираешь уже, дура тупая. Сука, если нападете на меня, на 30% на жизнь. Могу не вывести. Похуй. Нормас. Больше-то негде было мне поставить. Ребят, сбежать не дам никому. Предупреждаю сразу. Один он кидающий остался. Что уже? Прям на глазах забирают у них, блядь, города. Суки тупые. Всё, отсос Петрович. Команда херова. Эти меня разложат. Милок.
вообще людей нет. Ну, а мы с этим перестали воевать, что ли? Ух ты, 36 разбойников, блядь. Блядь, семейная вражда. На автобус уже страшно отправлять, блядь, с такими потерями. Archers! Move! Даже ты.
хотел к нам. Archers, forward! Will! Infantry, move! Ты же без оружия, чепушила. А зачем ты мне такой нужен, блядь? Что он умеет-то? Так, у него вкачанная тактика. Есть хорошая одноручная, да, древко. Древко и лошадь ему даем. Окей. Для лошади вообще и оружия нет. Стоп, это я не в торговле.
лохматый. Лохматый дядечка. Bowman! Move! Infantry! Forward! And follow me! Три кавалерии, пехоты 23. Окей, нападете, побьемся. Arrows, move! And follow me! Чувак, лови.
Так, ну где ваша армия большая, которую вы собирали? Земельный вопрос решать. А, вот она армия. Ну, давайте. Разбезделим сейчас. Кто собирал-то? Сечанец какой-то. Вот она, армия, блядь. Да похер. Пиздарики нам. Окей. Погнали. Ой-ой-ой, сколько у вас здесь. Гребаные же кочевники, точно. Thank you.
Archers! Look that way! Что, отсасывают, по-моему, ребятишки. Ох ты, сорип, Васи. Давайте, стрелки, валите, отлично, отлично. Лучники затащили. Ох, ёшки, как он улетел. Это да. Того, у них потери 207, 300... 340, у нас 154. Нормас, 343, 247. Отдавать, отпускать, потом меня гнобите. Как вот определить? Давайте вот так дадим. Все, покинуть армию? Наигрались? Да, меня-то покоцали тоже нехило. Хотя у меня что там было-то?
Так, ну все, все разбегаются. Блин, ну хоть кто-то что-то будет делать, нет? Тренируйте войска. Блин, это долго. Что здесь у нас? Давайте здесь припаркуемся. Опа. Торчит морда лица. Да где еще? Погнали.
Долбим. Так, лучники, я сдохну, нет? Ах ты, блядь, своего. О, миссия уже открыта у нас. Сейчас мы тебя приоденем, чурла. Бьем, атаковать, ёшки. Так, мне дайте стрелков, сами идите. Да хотите. Archer, forward! Нахер. А, это опять гребаные стрелки. Да ёшки. На нахер. Владимир, здорово. На нахер. Стрелки атакуем. Чё спим? О, погнали. Эх. Стрелки, погнали. Сесть в кабину и тыкать переключатель. Надо же понимать, когда ты тыкаешь. Поэтому я не люблю такие акции. Не, они ни о чем.
Или они навсегда тут бесплатно? На нахер. Так где схватил ты это? Это место, в принципе, нормально попробовать, он понравится потом купить по скидке. Ну, если на месяц, то, наверное, да. Блин, может мне всех собрать и шмякнуть кого-нибудь? Что-то надо отбить. Это замок, например. Давайте попробуем. Что мы теряем? Оп. Они на меня, конечно же. А, я всех затащил. Окей. Милотар. Ну тогда давайте будем сражаться. Что сделаешь? У них, наверное, опять здесь херова гора. Конные кавалерии 2. Конные лучники 4. 7. Кавалерия 9. Стрелки 4. Стрелки 2. Ну, в принципе, пехоты у него дохера. Можем, можем, наверное, затащить. Стрелки. Пехота. Стрелки. Блю, какой срочный. Да, ну, хотел МиГ-21. А, ну, МиГ-21 у меня есть. Ну, я говорю, вот такие, если российские какие-то борта, если бы они у меня были, можно было бы, наверное, как-то, ну, погонять, скажем так. Ну давайте. Давайте. Я возьму стрелков, если мы, конечно, будем... А, хрен, каждый своей армии. Ну это писец. Тогда это будет писец. Archers! Move! Move! Everyone move! Move! Forward! Move! Forward! Bowman! Forward! Так, давайте мы лучших конных отправляем, конницу отправляем. Атак! Так,
видал, что творят? Встали и стоят. Так, отступаем. Все отступаем. Все сюда. Вот сюда. Отступаем, отступаем, отступаем. Что ли, ёпта? Валите их на бок, ломайте им хуй. Не вставай, нате. Богай сильная. Можно отрубить и башку. Как возле города, мы сейчас быстренько это все продадим, всех пленников. Потому что они все равно сейчас бегут. Опа, стрелы степняков, 24, 2 колющих. Ну, у меня получше вроде стрелы, всего на 3 больше. Так, давайте сходим, может быть, сюда вот, к замку. Кого мы можем призвать? Так, 45-57. Ну, блядь, мало у всех людей, ёшки-матрёшки. Давайте всех, короче, собираем. Влияния не хватает. Давайте здесь всех собираем. Кто к нам идет? В принципе, мы можем уже осадить замок.
тебя будет первая осада. Влияния нету. И оно не растет. Так, надо смотреть. Главное, чтобы не было никаких чепушил близости. Так, Иришка подходит. Там нет. Отлично. Так. Вы осаждаете замок, командующий осадой, танкист. Так, возглавить штурм. Почему мы не строим ничего? Еще не достроили. Давайте достроим хотя бы таранчик там, не знаю. И одну вот эту херовину. И возглавим штурм. Погнали, пока никто не пришел. Так, автоматическая расстановка. Все нашли. Давайте здесь припаркуемся. Я иду за стрелами, меня что-то стрелять. Опа-ля. Ах ты! Он вовремя убежал. Только прокачанных надо долбить. Ну, давай, 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 ребятишки. Так, нету стрел. Нет стрелы. Да ты посмотри на него. Так, все в атаку. Чардж!
надеюсь, ребятишки уже справятся. Я хочу прям в штубин, блядь. Откуда они стреляют еще? По лестнице, пошли. Так, что дальше творим? Защитников ноль. Здесь уже будет, наверное, до хера народу. Здесь, конечно, не подтянет. .233 защитника. А мы созвать больше никого не созовем, да? А, 52 влияния. Давайте созовем, кого можем. Если вот это выбрать, то что будет? Ну, 233, 277, это нереально будет. Они отстают. Очки. Давайте пишите, давайте попробуем. Кавалерия 26, пехоты 171, стрелки 22, конные лучники.
лучники 47. Ё-прыгады, клоны лучники, это жестокая жестокость. 52 стрелка, кавалерии 12, конных всего 3. Давайте-ка мы свалим. Попробуем куда-нибудь в горы. Блять, в лесу бы вот их встретить. Так, как бы в горах, в лесу где-то найти их. Опа! Погнали. Сколько стоит эта игра? Блин, в Стиме надо глянуть, я не помню. Я за 1100, по-моему, покупал. Так, я за стрелков, а я за всех. Нихуя себе. Так. Я понял. Я думаю, ребят, я думаю. Холмики, в принципе, это хорошо. Archers! Forward! Turn! Mounted archer! Infantry! Give them hell! Infantry forward! Смотрим сюда. Look that way! Forward! Стеной щитов. Raise your shields! Infantry! Move! Horse move! Archers! Не обгадьтесь только. Стреляйте в них, стреляйте. Сучки. Bowman! Turn! Infantry forward! Forward! Move! Гасим. Пехота, гасим. Пехота назад. Лучники работают. Лучники здесь работают. Дайте мне коня. Пол царства за коня. На нахер. Блядь, не разберешься.
добра. Ждем, ждем, ждем. Там вот еще идут душары. На нахер. Ах ты, сучка. Отрабатываем, отрабатываем конницу их. Их конницу отработаем, будет легче. Слушайте сюда. До направления. Look that way! Конница сюда. Конница сюда. Лучники сюда. Пехота за ними. Хорош, 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 хорош. Лучники, отрабатываем. Хорош. В атаку, ребятки. Хорош. Назад. Назад, собираемся. Лучники работают. Домой. Так, лучники рассредоточились. И чуть-чуть вперед. Протягиваем. Протягиваем. Четверочку в атаку. Так, четверочка пока работает. Троечка. Погнали. В атаку. А нахер. А нахер. Так, тройка уходит. Уходим, тройка, уходим. Вы работаете вообще, нет? По-моему, нифига вы не работаете. Эх, сука. Ладно, хоть в атаку отправил. Но не исключено, что это, конечно, слив, блядь. Все в атаку, ребятки, все в атаку. Ой, как мы сливаем. Очень сильно мы сливаем, блядь. А, отсос, ребятки, Петрович. Тащили. Нет, или
затащили. Борода мой там. Первая победа. А, нет, 254 будет 199. Нормально мы их раскидали. Оу, какой коняшка, давай я себе возьму. Так, что еще? Все. На 208 я уже не смогу осадить, конечно. Здесь 234, у нас 248. При этом мы будем бежать на них, постоянно терять. Даже если мы сейчас восстановимся. Вот здесь нормас. Кого мы призвать не сможем больше? Почему я этих не призываю? Два дня. Так, давайте по расстоянию. Один день. Ну окей. Кажется, мы здесь простоим. Так, я не успею, наверное, ребята. Сейчас они у меня все разбегутся. Все. 130, у меня их всего. А у меня всего их с Гулькин пись. Так, уйти. Уйти, давайте. Как-то толпой возвращаемся. Опа, вон там война. Опа, меня сейчас здесь возьмут в клещи. Ёооо.
матрешки, матрешки, скорость 5,5, 5,1, это пиздец. Все, догнал меня. Ну вот и пошли, отсос Петрович. Стрелки и конные лучники. На нас одни только конные лучники захерачат в хлам. На вашей поддержке присоединитесь к нам. Я едва знаю тебя, ты просто нужно поговорить о таких вещах. Вот кто он? Давайте посмотрим. Он великодушный и милосердный. Как вот давить на его милосердие? Милосердный. Вы знаете, человек чести и всегда верен долгу. Возможно, вы слышали о моей репутации хорошего советчика. Вы знаете меня, я стремлюсь всегда избегать кровопролития. Великодушие. Допустим. Да, возможно, вы правы. Вы знаете, что Мачунг просит вас совершать бесчестные поступки. Никакая клятва не обязывает сделать это. Ну, допустим. Да, возможно, и вы правы. Хорошо известно, что Мачунг ненавидит друг друга. О жестокости Мачунг слагают легенды. Как волнует, что он выступает за царство, залито кровью. Ха-ха-ха! Мы его переманили, ёпта! Да, вы правы. Отлично, удалось убедить меня рассмотреть этот вопрос. Все же скользкая дорожка, мне придется поставить жизнь своих людей под угрозу. Мне нужна небольшая поддержка, чтобы решить этот вопрос. Не вопрос, сколько тебе... Сколько тебе надо? 166 тысяч. У меня всего 169 тысяч. Братан. Хотя бы 1060. Не слышу, он не пойдет. Давайте вот все отдам. Нихера. Не, я не буду платить столько денег ни за что, это ну его нахер. 166 тысяч он просит. Нет, нахуй. Мне эти пидоры ни один не помогает. Давайте попробуем сбежать. Майлорд, нужно обсудить с вами кое-что. Только что сбежали от врага, я не хочу, чтобы вы меня называли трусом. Хорошо. Сучка крашеная помогла бы мне, блядь, я бы мог сейчас тебе помочь. Куда-то не в ту сторону, да? Пошел. Где моя Ниста? Да, мне вон туда надо. Лошадей. А, нихера здесь нету лошадей.
Так, а здесь что мне говорят? Какой-то навык у нас есть, да? В полях или в лесах? Ну, в лесах пускай. Опа, лидерство. Бонус на 20 единиц боевого духа при защите. Бонус 20 единиц к боевому духу при атаке. Давайте при атаке. Почему это красненькое? Максимум. Надо вот эти чик-чик-чик делать, да, чтобы она качалась. То есть она вот сюда бум-бум-бум-бум идет. Все, теперь я понял. Ух ты, бляха. Так, здесь тоже делают лошадей. Наши что? А, ну это вражеские же. Ладно, я не хочу деревни фигачить. Короче, мирных жителей не хочется долбить. Так, надо что нам армию готовить? Оу. Так, а мы какой замок с вами взяли? Идет защищать замок Джогурис. Ага. Погнали. Там у нас, судя по всему, осада. Ух ты, чпонь. Куда мы идем? Сюда мы идем. А, судя по звукам. Здесь народ. Да, судя по звукам, наш замок уже взяли. Нет. Пока остался живым. Шпионский отряд. Ну давайте. А зачем нам это надо? Отношения 13. Отношения 13. Так или нормальные отношения? Сволочи.
двуручная. Блин, двуручная, она без щита будет. Чуть-чуть короче, но зато... Так. Одноручная. Вот это я бы убрал, такое неплохое. 28, 282, 79, 37. Вот это, мне кажется, поинтереснее будет. Они нас предупредили, что бить. Ну не, 500 человек, вряд ли. Так. И мы здесь его будем гасить, нет? Неким? Блядь, тоже неким гасить. А, здесь целая армия задумалась. Понятно, чем занимается. И у меня влияния вообще нет. Обогай. Она от меня сбежала уже, получается, да? Так, что у нее по силе? Пленных, так. Пехота, стрелки, конные лучники, 4. Пехота, стрелки. Да давайте-ка я... Ай, она пошла на меня. Зачем я пошел? Если вы хотите прославиться, вам стоит подумать о том, чтобы стать под знамена. Нихера себе. Однажды когда-нибудь потом вы будете рассказывать, ну-ка, что как прославились. В общем, судит нас мой отец Тулак. А Тулак у них, по-моему, предводитель вообще всех, нет? Хочет меня переманить за кочевников. У него 60, у меня 53, но мне вроде лучников больше. Ладно, побудем в плену. Archer, move! Какое? А у меня лучников-то нету ни хера. Ёпта, мне сражаться-то некем, ребята. Infantry! Так, разбирайтесь со своими коллегами бывшими. А нахер. Так, все, конница. На нахер. Так, пехота вперед. Ух ты, ёп.
мы лучники? Вы, блядь, работаете или где? Так, конь, сиди, конь. Инфанти! Да ёб! Заблудился, с какой стороны мне копьё. Ну обогай сейчас, ну чё? Казнить можно? Захотела. Семерых я потерял. Конечно, ты мой пленник теперь. Заметь, не я к тебе пришел. Нужен боевой конь. Окей. Ладно, сами разбегутся, кому надо. О-о-о, какая у нас теперь броня есть. Кто у меня на лошади там? Этот хер. А, такая же. Окей. Что у нас с армиями? Я не успею, наверное, уже присоединиться. Блять. Почти одинаково. Чкау. Скупой, отважный и жестокий. Давай поговорим о вашей преданности. Илатар. А, у него целое войско там, ёпта. Так, что у них по отрядам? Кавалерия 4, конные 5. Конные 4, кавалерия 4, 8. Стрелков не так много, но 8 конных. 8 конных. Так, ну конные здесь уже, да, будет получше. Давайте. Bowman! Forward! Bowman! Infantry move! Четвёрочка. Mounted forward! Move!
Парочка в атаку, парочка тоже. Собрали все лучники и пехота. Все собрались. Не надо здесь геройствовать. Казнить их всех нафиг. Воинов, ёшки-матрёшки. Вот это да. Вот это нам повезло. 107, да? 105, 107. Так, ну давайте мы самих слабеньких сейчас отпустим. Так, давайте сначала прокачаем, потом отпускать. Так, и эти просятся тоже, да, мы же взять не можем. Так, а мы можем сейчас сформировать отряд и ему чик-чик-чик передать. Теоретически же можем. Можем. Этих отпустим. Этого, наверное, отпустим. Все равно его не прокачаем. Да, мы знаем. Thank you.
На 9900 можем сдать. Пленных. Что у нас здесь по пленным? Можем всех троих чпокнуть. Короче, весь кузыцкий народ мне теперь ненавидит. Здорово, мех. Ёпта. Все, короче. Снова, ну да, почти к концу уже. Все теперь меня ненавидят дико. Все, я уже понял. Я казнил каких-то этих вражин. До минус 90, до минус 62, до минус 58. Что-то зря, наверное, я все-таки казнил. А чё они сами не захотели мира? Да, казнить это жесть. Все пленные сказали, ну нахер к такому попадать, лучше уж переметнемся к нему. Вообще первый раз вижу, что кто-то так попадал. Да, жизнь скажешь. Ничего не скажешь. Но, если что, будем начинать тогда заново. Жизнь скажешь. О, теперь я же хитрый и благородный. Ребята, чего вы не качаетесь-то? Борись, выживай. Нет, но если будет совсем пипец, то, конечно, придется тогда что-нибудь заново начинать. Вообще, мы хотели организовать свое королевство. Для этого мы, как минимум, должны были со всеми поругаться. Но, как я их на свою сторону переманю, они же меня все зафигачат. Зато, говорю, все сразу захотели ко мне в армию, блядь. До этого не дождешься. О, Кузаид перестали с нами воевать. А, ну опять. Опять они начали с нами воевать. А, 358. Мы отсосем.
чё, дурак? Опа. Опля. Не ожидал здесь. Посмотрим, что там. Forward! Forward! Уху. Так, лучше сюда. Разворачиваемся сюда. Move! Сюда разворачиваемся. Make your shield wall! На нахер. Надо вышить в атаку, вышить в атаку. А нахер. А, я ни одного не потерял. Господи, думал, я пятерых, думаю, нихера себе. Ты появился как раз вовремя. Я не забуду о твоей помощи. Так. Кто ты был такой? Так, я пока не могу брать никого, да? У меня 107 ровно. А вы кто здесь такие? Чё почём, какие с мечом, иди сюда. Оп, спрятался. Козырь. Давай иди сюда, ёпта. Оп, кто такой? Пехота, стрелки, кавалерия. 3, 6, 3, 2, я его не догоню. Блять, пленных надо сдать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, нет, сюда я не пойду. Всё просто грабит. Ну теперь зато знаем, что будет, если казнить. 4-8-4-3. Ну, блядь, палочка, он меня опережает. Опля. И этому поможем. Ты за кого играешь? А хер его знает. За империю. Перцев каких-то. Герой выбирал себе почему-то валандийца. По-моему, валандийц. И как? Как это называется? Archers! Forward! Infantry! Move! Charge! Thank you.
свой. Вот он, где не свои. Отдыхай. Отдыхай. Блин, никого пленных тебе. Конечно, в твоей. В наших руках. Ёб твою мать. Куда их? Куда их девать-то? Срочно в город. Да, но я не хочу их сдавать. Пленных 103 человека. Так. Кого мы еще возьмем? Кто еще стреляет? Так. 102. Всех берем. Ладно, остальные сбегут, скорее всего. А тоже на один больше у меня, да? Лучников, да, качаю лучников на нем. Ну, не нанимаю, а получается, что сейчас вот собираю. Опа, перчаточки. Кто там у нас без перчаточек? Жи. Все, выбираем. А, это болты, Маленько, чем я клонирую конную? Ну, по... с конными, да, немножечко все-таки попроще биться. С 311, я ничего им не сделал, конечно. С 90 защиты. У меня 26 влияния. Ох, как ты бодренько на меня идешь. Конные лучники 13 у меня. Конные лучники тоже 13. Но у меня стрелков 40, а у него стрелков 4. Кавалерия 3. Кавалерия 6. Пехота 40. Ой. Пехота 42, а у него 64. Ну, так себе, конечно. Так себе, блядь. Кто это такой? Преследует танкиста.
Следует меня, сучёныш. Давайте. Возможно, это будет наше последнее сохранение сегодня. Так, чего у нас плюс 15 к боевому духу отряда в начале битвы? Прекрасно, как раз вовремя. Преследует танкиста, да? Блять. Три кавалерии, 13 конных лучников. 13 конных лучников, 6 кавалерий. Но еще плюс стрелки. Надо, конечно, свой замок заводить, а приходится лазить как бомжара. Да, эти козлы ссаные мне не дают никаких. А, кстати, что же мне не дали? Нет, ничего не дали. Надо их, короче, уже самих чпокать. Качельник первый совсем уровень. Что-нибудь постарше здесь есть прям? Моднявая, моднявая. Так-то у меня вроде вкачанные ребятишки. А, вот они, два, да? Второй, первый вообще уровень. Давайте мы вот этих всех возьмем. Второй уровень. Второй уровень. Тебя возьмем. Тебя возьмем. Так. 107. 4 человека надо убрать. А вот этих 4. 2. 4 вот этих убираем. Раненых. Да? Зачем нам раненые? О, теперь у нас... Два раненых. Окей. Ну, короче, я сохраняюсь. Хотя мы не перезаписываемся, но тем не менее. А-а-а! Жучара, блядь. Иди сюда, нахуй. Иди сюда, сказал. Гаденыш. 3-4, 3-2. Блять, я его не догоню. Ну, хрен с тобой, давайте его Ниру возьмем. Че ж ты фраер сдал назад, да? 201, нормас. Ребятки подтягиваются. Дорогие, помочь, конечно, помочь. Блин, мне очень нравится. Я в первую часть бегал бесперестанно, месяца 3, наверное. В эту часть даже полеты забросил. Бегают, ну, каждое свободное время. Офигенно. Ну, наверное, стоит все-таки немножечко посмотреть, подумать, прикинуть. Так, перемахиваем через мост. Паркуемся. Здесь паркуемся. Хотел всех обогнать. Так, ну я обычно впереди. На нахер. Я уже как Римас заговорил. На нахер. Ой. И вот это мне нравится. Thank you.
Ты посмотри, я прям ловлю их. А, у меня закончится. Так, где лучники? Лучники, лучники, лучники. Лучники. Ох, ёпта, сколько там сдохло. Нихера себе. Враг, что ли? Че стоишь? Блять, как они нас крошат, это жесть. Ёп, дерьмо. Где лучники? Так, из вас никто не сдох? Почему? Че стоите-то, че не стреляете? Алло, блин. Быстрее бегать так. А, нифига, это болезнь. Все в атаку, все в атаку. Чё, где кто остался-то?
что все хотели сказать. Здесь брать даже некого. Так, еще можем взять вот этих, вот этих. Что, его тоже казнить? Живет. Так, а что это за? Этот у меня с арбалетом, этот с арбалетом. Вот этому почему я еще не дал коня до сих пор? Его у меня, наверное, нету, да? Двести шестьдесят. Уж пускай на коне скачет. Блин, я не знаю как. Теоретически можно. Погнали, 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 погнали. Боимся этих. Блин, ну они сейчас на Анира пойдут. Ёп-ры-гады. Мы с вами здесь будем чикаться. Раньше, я помню, в первой части мы же меняли. Ха-ха-ха, захудалый. Мне один уже дали. Один замок уже был у меня. Его как только дали, так сразу же и отдали. Первую часть попробую. В принципе, да, там графика, ну, по сравнению с этой, на несколько порядков хуже. Но смысл в том же. Сейчас, сейчас, подождите, я иду. Оу. Чё, ты только у меня решил стрелять, что ли? На нахер. Опа, блядь. В уголочек прям попал. Нахер. Так, где кто? Кто где? Т.
Так, кто еще хочет? Блять, не стреляет. Пущи. Опа. Лучников убили где-нибудь? Да, убили. Опа, вот он. На. С первого этажа из должен. Вот он стоит, стреляет. Смотрите, мне сколько осталось. На один дал плевок. Толпу бесполезно. Ну, надо помочь. И кто такой? Ты свой. Ты что спускаешься? Давай вперед. Не бойся, погнали. Погнали, уже все закончилось, не бойся. Не знает, куда бежит. Не знает, на чью сторону встать. Так, тебя забираем. Тебя забираем. Пятьдесят семь уж много. Кажется, я по пехоте проседаю. Надо посмотреть сейчас, что по пехоте у нас. А, 90... 96, да? Сейчас забираем всех. Один лишний кто-то. Ребята, кто не хочет на войну, ты не хочешь на войну. Так, еще одни краги. Кайфовые. Так, тебе дать. И... Эй, погнали, погнали, наш замок пошли брать. У меня жизнь. Ух, ёшки-матрёшки. Ты шутишь? Ну, при всем уважении, блядь, я не пойду на них. Завяжу их. Лежите с ними, уходи, блядь. Этот у нас в осаде.
Кузаиты. Так, чего мне давайте по балансу? Пехоты 43, стрелки 39, конные лучники и кавалерия. Да, пехоту надо теперь будет прокачивать. Сверхов пока достаточно. Я вот к этим теперь. Не, сейчас они нас... Ну, не опрокинут. Может, еще и не опрокинут. Давайте, это точно теперь будет самый сложный. Их больше. Их достаточно много. Так, я беру стрелков своих. Ох, ёб, да. Из этих петушар сколько. Move! Fire! Почему мне вот такая здесь? Я же говорю, в линию встаньте. Make a circle! Move! Теперь хочу, чтобы они встали. Archers! Стали в линии. Form a line! Form a line! Stand apart! Да, здесь поражение, скорее всего. Кузаитские эти стрелки, конечно, сумасшедшие. Смотри, что творят, блядь. Стрелки, дохера, их здесь очень дохера. Если они сейчас вырежут кузаитских стрелков, практически победа будет. Решает много этих товарищей. Пока мы сдуваемся. Все. Слушай, они сейчас меня возьмут в плен, могут меня порешать. Даже порешал их. Да, ну смотри, у них одни кузаитские лучники остались. Больше всех они стреляют. Ну здесь с ними очень тяжело. Конечно, кузаитский кочевник, кочевник, налетчик, конный лучник. Так, всем в плену теперь. Блять, все войско свое просрал. Столько качал. О, мне замок дали, ёпта. Прекрасно. И я всосал все на свете. Прикиньте, мне дали замок, его здесь же забрали. Да.
Иди нахер, ничего вам не буду платить. Стать антиимперским королевством. Ранг клана 3, 100 человек, независимость клана нету и состояние нет. Сейчас мне поставят темницу. Отлично. Почему они мне предлагают выкуп, а я им выкуп предложить не могу? Какой зато быстрый. Да, вот он мой был замок, блядь. Так. Погнали. Погнали. О, хирург. А мне, наверное, нельзя больше никого брать. Медицина, смотрите, какая. А, взял. Ничего себе. Так, и у нас теперь будешь хирургом. Кто ты, хирург? На тебе, хирург. Так, я кем буду тогда? Вообще ничего не вкачано. Квартир-разведчик. Ты квартирмейстер. Я не знаю, что он делает, правда, ну ладно. Квартирмейстер, наверное, должен управление быть высоким. Вот он может быть квартирмейстером. А, он разведчик. Блин. Кузнец станет у меня квартирмейстером. Я? Чего? Инженерию буду качать. Давайте подождем здесь некоторое время. Ич. Там у нас войнушка. Давайте-ка поможем. Опять они. О, попал.
Everyone, move! Нахер с поля. Так, все в атаку. А, у меня нет ни одного подразделения для командования. Как-то всех вынесли уже, что ли? Поля. Ух, ёп, дерьмоптик, сколько их здесь-то. В прошлый раз, походу, их тоже здесь вся эта оружка-то разворачивалась. А, нет. Кавалерист без кавалерии, без коня, это уже не кавалерист. Вот он. Ненавижу. Эх! Классно, вот меня отвернул. Этого хочу, это походу их царь. Нахер. Появился как раз вовремя. Спасибо, ты кореш. Так, боевой конь. У меня еще есть на коне. А, его нету пока, да? Вроде лучше. Здорово, стронцы, тебе тоже здорово. Так, у меня нет жрачки. Андрей конкретно подсел на эту игру. Да. Всех ждет. Кто соберется в нее купить. Игра офигенная. Ты сейчас, конечно, нигде не найдешь, судя по всему. Сейчас
Все со всеми воюют, все набирают людей. Ох, смотрите, сколько мне доступно здесь. А, вот это мог быть мой замок, блядь. Короче, все вокруг нас плохиши, вот так вот. Да, блядь, тяжело здесь будет, если... Теперь можно. Давайте его завяжем. Они подтянутся, по идее. Опля. Атаковать. Так, все заново. Кто у меня здесь есть-то, Боумен! Где мои лучники? Arrow forward! Forward! Infantry! Move! Как ты с пены-то выбрался? Сам. Сбежал. Soldier forward! Ох, это мои? Мои. Ладно, погнали, ёпта. Вот этого снимем. Бежать. Хера себе. Зачем за мной идет? Выхватил. Хочу вот этого бросить. Воу. На нахер. Чистеньки. Второго. Давай, помни. Еще помню, что я всех казню. И, блядь. 110 чаган. Чаган. Собака серая. Так, а здесь нас атакуют, да? Ах ты, година. Нет, не всех взял. Пойду на север.
Короче, тихонько-тихонько мы превращаемся в Узаидов. Шары из раскаленных углей. Двадцать восемь воинов. У меня че по воинам? Блять, тоже пехоты 18. Не очень-то много. 28. Давший клятву ветеран. Давший клятву новобранец. Давший клятву мастер. Новобранец. Чё, в принципе, можно их расхлестать. Давайте посмотрим, куда он идет. Я их обещал казнить, вот этих вот раскаленных углей. Это не тот, горит топос, а у меня записан кто? Дорион. Дорион. Кстати, блять, а где этот Дорион? Лазит. 28. Да похер. Еще если он напасть хочет на этого чувака. Оп, мы еще его и спасем. Тоже будет хорошо. Давайте подождем, как он нападет, мы на него чпонь. О, блядь, их уже много. Вот так, надо было раньше спасать. Ладно. Нет, так нет. Компания, это, конечно, компания. Компания на самых сложных настройках. Как сюжетка офигенная. Нет, ну сама игра, ну как бы смысл во многом не поменялся от первой части. Сюжетка не то, чтобы здесь большой сюжет. Здесь в самом начале тяжеловато, когда ты всех ищешь, чтобы поболтать и так далее. А когда уже нашел, как бы сейчас, да, там немного подобжился. Считаю, у меня сейчас, вижу, деньжаты как бы поддобавились. Стало полегче. Экономику немного наладил. Тяжеловато. Тяжеловато в том плане, что очень кто с кем рубится. Слушай, ну я, блять, я здесь не помогу. Сорян. А вот здесь вполне себе. Так, каравану помочь. Давайте поможем, почему нет? Нам качаться все равно надо. А, вот так даже, да?
10 стрелков, охереть. Этих я не вывезу. Чуть меня не приняли. Чпоньк. Так, у меня уже 32, и у тебя 32. Давай посмотрим, кто у тебя. Четыре стрелка, шесть кавалерий, один... А, это пленный, господи. Так, а мне нужны такие пленные. Давай, зарубимся. Кто ты такой у нас? Карахерагит. Тебя я казню, наверное, если захвачу. Ну, либо переманить сейчас попробую. Я не слышал о тебе. Итак, наши земли приняли заплатить нам налог за нашу защиту, если кто... Чего, блядь? Слышь ты. Давай попробуем. Я едва знаю тебя, но ты просишь меня даже... Возможно, вы слышали о моей репутации хорошего советчика. Хрен тебе. По бороде. Окей. Еще хочется обсуждать это с тобой. Ладно. Так. Кажется, я очень много прошли вместе. Я должен... Да-да-да. Чего не должно интересовать вас больше? Благо королевства слишком много сейчас на карту поставлено. О, отлично. Тренер участвует, там денег можно заработать. Да там денег нет. У меня забыл больше 100 тысяч уже денег. Да, больше там я на турниры точно не заработаю. Да, возможно. На самом первом этапе, да, всегда через турниры проходили. В любом селении вам скажут, что Рагея всегда платит по счетам. Думаю, знаете, о чем я? Он кто у нас? Какой он у нас? Честный. И отважный. Ну, да будем, блядь. Окей. Давай. Сам не захотел. Значит, я тебя казню, козлина. Если, конечно, чпокну. 18 пехота, 3 кавалерия, конные лучники 8. Конные лучники 8, ёп! Мать! А у меня... Один стрелок и 30 пехота. Чпокнул, называется. Блять, ну ладно. Нет, это поражение, ребятки, ребятки. Так. Кавалерия за мной. Archers, forward! Пехота полная готовности. Так, кавалерия вот так. Блять, если я еще буду мазать, точно сольем. Это кто скачет? Это мой скачет? Чтобы это мой так скакал. Это же не мой. А, фиолетовый, это же не мои. Считать, что у меня более-менее хороший состав. Короче, фиолетовые это не мои, если что. Блять, конные лучники это жесть.
Чё, может кто-то будет воевать, нет? Блять, ну кто-то будет воевать, я не пойму, вы чё, ёпта? Сука. Блять, я не учел его конных лучников, сука. ГГВП, ВП это чё? Не учел конных лучников, сука, их слишком много было, блять. Буду я вам еще платить, катайте меня, ёпта. У них даже свой замок есть у этих чепушил. Прикинь. Охереть. Тут арена, судя по всему, да? Давай по-русски пиши, эх. Чё у нас там по политике? Нас дрючат, причём жёстко. Сейчас пока наберёшь войско, пока, блядь, что ты там сможешь сделать с ним. Мало стали приносить мои мастерские. А, ну хотя война. Замок врагов, по-моему, тоже мне давали. Это жесть. Ёпта, время 10, нихера себе. Так, давайте сейчас уже скоро будем заканчивать. Блять, все кругом война. Все воюют со мной. Опа, свои. Чё преимущество у меня? Сильно они? Да, блядь, всех лошадей позабирали, сучары. Я так обидно слился там с этими. Армия дурацкая. Все, людей здесь вообще нету. Они нас просто зажали. Хуй слышишь, что это? Мой этот мультикипаж. Хьюи. Напомни мне, что это? Не, я мне... Это же не мое, наверное.
если бы мне 8 дали. Так, где наши чебушилы? Фиакони все. И один ванири. Ну, пойдемте в фиакон. Ваниру. А, ванири, нихера себе, как я на ванири тебя заберу. Сучоныш. Оу, и чё, и эту сейчас фиакон заберут. Огонь, просто огонь. 700, ёпта. Ну все. И этих мальчишек я тоже не заберу. Главное, здесь все же есть мультиэтажный вертолет. Ну да, я понял почет. Опять надо ловить бомжей и прокачиваться. Да все это. Нас просто задавили. Да, я не представляю, что будет, если здесь взять этот. Зачем я на них полез, твою мать. 14 пехоты, ну нормас. Придется кому-то опять на службу, получается, наниматься. Один-то я не захвачу замок. Посмотри, ну. Почему как-то криво бегает? В атаку, ребятки. Нам все-таки завалили двоих. На стриме парень вроде замечал, что автобой твоя банда быстрее качается. Это так ли показалось? Это вроде как было так, но сейчас это пофиксили. Был вроде такой баг. Я говорю, сейчас вроде потесил. Отвали. Сука, всех буду казнить. Вот все, последний наш оплот забирают. И они все меня сейчас ненавидят. Ну ладно. Че стоите-то, блядь? Против семерых, семеро, блядь, чуть не погибли.
Надо идти тогда другим проситься. Этих сейчас заберут всех. Пятером мы точно ничего не сделаем. Давайте я тоже с вами постою. Посмотрим на крах вашей империи. За деньги армию нанять. Голосовать. Конечно, голосовать, блядь. Ничего больше не остается, как голосовать. Собирайте армии, давайте их разносить, ёпта. Сука, уроды. Тоже хочу стрелять. А, типа мы мир заключили, зашибись. Все, блядь, просрали, заключили мир. Кто с кем бьется? Разбойниками. Все, ни одного у нас нету. А, сиральные осталось. Блин, а если свое... Если свое королевство... Если свое королевство создавать, приблизительно такая же ситуация будет. Ты один, и больше никого нет. Так, ладно, давайте тогда мы завтра, наверное, про... Ух ты, ёб твою мать, какие дорогие лошади. Мы завтра продолжим тогда с этой фишкой. Будет очень непросто. Ну блин, если что, придется кому-то другому идти проситься. Можем вообще в этот раз это знамя этих трех драконов отдать к этим. Ну, какой-то нации подарить. Присягнуть. Свое тогда в следующий раз создать. Но этих лучше поатаковать идти. Серьезные ребята. Archers, move! Ох, ёшки, у меня все они стрелки, да? Archers, move! Ох, ёшки. Так, we'll в атаку. Отдыхай. Я и не рассчитывал, что у них здесь есть эти. Так, с этими вы справитесь, нам главное от этого хрень. Отдыхай. Оу, промазал. Все. Ух ты, хорош. Смотрите, как нам подфартило-то. И неплохие такие. Вас мы сдадим. Так, ладно, давайте сдаем. Сегодня это закончим. Сколько может? 3 часа. Давайте сюда и сдадим. Нет. Давайте туда к нашим сдадим. Рабсилу. Блять, мы там тоже все окружены. Внимание. Так, таверни сдаем. Нанять людей лично. Нанимаем. Торговля. Продаем. Все, да, у нас? По-хорошему, смотрите, у нас здесь может быть, да, войско, здесь войско, здесь войско, здесь войско. Это уже будет 4 ролла, 4 там, человек 300. Мы можем город какой-то схлопнуть в таком составе. Главное, короче, сейчас не
не встревать во всякую фигню. Так, давайте вот этих посмотрим. Херакнем потом. Ладошки вот эти вот, если они победят. Так, воины. Два стрелка всего. Армаз. Все раненые, перераненные. Бля, что-то у нас, смотрите, баланс сил-то равный. И даже интересно, кто у них там. Так, Archers! Сюда архатуру. Инфекшн! Кавалерия вся за мной. Рубим кавалерию. Так, кавалерия назад. Мне не нравится вообще, что говорить. Я хотел за мной нажать, а нажал в атаку. Блять, всю кавалерию просрал. Да. Infantry! Пошли. Move! Да. Ребятки, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Все. Нет? Ты кто такой? Девять человек потерял, вот я придурок. Теперь ты мой пленник, и я тебя казню, друг. Как хочешь. Но гореть, вернее, висеть тебе на плахе. Где ты? Короче, мне все равно уже тереть ничего. Со всеми же разосрался. Хлам. Уж хватит пугать меня. Политик. Хуже. Хуже. Давайте сдаем опять. Да. Ладно, сами сбегут, не буду ничего никого сдавать. Давайте продадимся просто. И пойдем отдохнем немного. Я даже вот не знаю, где. Где посмотреть то, как ко мне все относятся. Но этого уже не существует. А, существует. Блин. Окей. Как-нибудь там. Королевство. Узаиды. Ты хер. Минус 88. Но это нереально будет поднять с ним никаких отношений. Я ему рубанул, обогай. Его друга. И этого друга я ему рубанул.
Главное выяснить, как выкуп брать. Блять, я уже и приходил к замку, говорю, давай мне выкуп. Давай мне выкуп, я отпущу твоих. Эту шар. Не, говорю, нифига. Западная инферия, мы тоже с ней воюем, что ли? Блять, вообще, смотрите, это жесть. Это жесть. Поехали туда к себе. Львиное сердце, видимо, так и погорел. Да. Ну все. Все, это у нас... Это у нас, ребятки, кирдык империи. Все, все здесь внутри сидят. Все людей разбирают. Давайте и мы здесь тогда посидим. Ладненько, давайте на сегодня я закончу. Завтра выходной, завтра вполне себе. Прихвостни не хочу. Кукловод, скрытый Далани, новобра. Вот этих бы мне переманить, а этих я продам. Завтра продолжим. Продолжим, я не знаю, как вот здесь вот выживать, как бы. Возможно, здесь внизу походить, людей пособирать. А мне главное сейчас нанять несколько отрядов, несколько войск. Но, блять, как я за них буду отвечать? Они же могут и слиться. И где-нибудь схлопнуть какой-нибудь город и создать свое туда королевство. Все равно все против, блин. Но на самом деле на будущее, наверное, я все-таки опрометчиво поступил, что бежит отряд танкиста, танкист их не трогает. Опрометчиво поступил, что казнил, потому что они, конечно же, сильно меня подпортили всю репутацию. Смотрите, все здесь сидят. Понимает, наверное, что сейчас скоро придет пипец. Нет, давай, ты тоже будешь здесь сидеть. Сейчас они скоро придут нас захватывать, наверное, будем пытаться отбиваться. Оп, давайте сходим. Ладно, все, крайняя битва. Помочь отряду Иришки. Она, засранка, не захотела с нами мутить. Отряд. Move! Forward! Forward! Move! Блять, эти гребаные стрелки. Archers! Forward! Пошел я, короче, их долбить. А нахер. Это же мы с ссаных музеитов долго. Забудешь ты, козюра. Знаю, как ты не забываешь. Нет, этих не хочу брать. Прихвостни, все не нравится мне название. Или что, или пофиг, сейчас выбирать особо не приходится, да? Казните там его нахер. Кстати, в обороне я еще не был, в обороне города. Наверное, это тоже прикольно.
здесь тусить неподалеку. Охереть здесь народ. Так, ладно, все, закончили на этом. Давайте, рад был всех повидать. Так, сохраняемся. Замок Атриум. Владение Тулак. Надо город, а то они что-то замышляют. Да-да-да-да-да. Что-то они мутят. Ладно, завтра посмотрим, чего они мутят. Ну, скорее всего, сейчас что, придет сюда войско. Последний наш замок будет захватывать. Последний наш город. Можно к северу пойти. На северах побородить. Пособирать войска. Да хотя я все-таки привык уже к имперцам, не знаю. Но соображаю, что они понимают. Ладно, давайте так вот сделаем. Еще раз спасибо всем, кто заглянул. Кто был. Рад был всех видеть. На сегодня прощаюсь. Хорошего всем дня. Вечера, вернее, выходных предстоящих. Надеюсь, завтра еще увидимся и встретимся. На сегодня все, пока-пока.